ويزرخور ناس نوخت اللي كشته بازونج يوت نو خبر تيم انفورماسيون را وقت ابونه صبرتن ابونه فيرم بزنس پروژت ریالیزاسی کنن فدل اکانومیکو رازمس دی منیسترات دوکومنت ایس الگوتون کردیت تر اتن فدل زنوار پاسیونو چه یکوز دارتر کنن سران وقت فدل آمیس ابون ریسپولیکی چرژتان سان کندست زروند نوگاز نفدل تی خطوی نوگو Обун рейсумей хэхтыл буны гад февзердар. Мид сабыргай радит таварын, фалавыма некеске транскамы фэндаг ахкад нэв. Валваткун ваверта министрада ирвэзин гэнжитэ цэттэсты цэфэнды рэстэджидар ва зо вавары бахалак бэлцэттэн бахус кэнэмэ. Министрада сидэнс шофер тэмцэмэй асы бунты лэмбэнэг дэрвой фэндэгтэл. Мид кэй вары уйтэхэй. В населенном пункте Рук идет снег небольшой. Дорожное полотно покрыто снегом, что вызывает небольшие затруднения для передвижения автотранспорта. Но прогноз погоды у нас, к сожалению, неутешительный. В ближайшие сутки ожидается сильный снегопад до воскресенья, что, конечно, будет затруднять передвижение автотранспорта. Поэтому, конечно, тоже обращаюсь к водителям использовать зимние шины и соблюдать осторожность при передвижении по Транскавказской автомагистрали. От наших северных коллег тоже поступило штормовое предупреждение о лавиноопасности, но о закрытии Транскава пока речи не идет. Царан ватун коммуналу хазарады кабазы лаккетты архта на республике и на фазнардар вудзисты. Уйтыхай фекусынку та республике экономикун райраста министра хадивек дугасты Руслан. Электроэнергия ама арзун газа архта фастахат фафилдарасты дуэмин дуэ намазы карун. Цены на тарифы на жилищно-коммунальные услуги были утверждены 20 декабря прошлого года, и они остаются на уровне 2011 года. То есть для населения тарифы не будут меняться. Цены на электроэнергию и природный газ незначительно увеличились, то есть себестоимость немножко увеличилась, но для населения остались на прежнем уровне, и вот эта разница будет компенсироваться предприятию в виде субсидий. Для населения цена на электроэнергию остается на уровне 3 рублей за 1 киловатт-час и 4 рубля 51 копейка на природный газ. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги утверждаются на один календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря 2022 года. Бизнес проекта сыхэст кэнэнэ тэхэй хитсэнгун цэвдэсты элгутун кредитта. Уй тэхэсэ автор тэкэвэ экономикун министрадмэ бахатын. Вэмсэн аркэстэсты сэ проектэм эмэ равзардэсты ивэл хуздар кустэтэ. Эмэ сэвифэстэ рахитсэн кэнзэсты элгутун кредитта. یه بیزنس پرایکت سخست کنن یه زرده کمانی سودونن فزند نوک فادد اکانومیکون را رست منیسترات فی خوصن کود دالگو ده گریدیت ددتن نسانن تا داگومینت ایسن که رای دایدست وی فدل داگومینت ایستو دست افت سمیان واره افدن فیورالمه داگومینت بادتن قوه اکانومیکون را رست منیسترادمه و مرکز است پرایکت دم در اوزاد شتو نوزن دل ایتو نوزن زایدی в управлении предпринимательства при Министерстве экономики. Она находится в здании типографии. Там на первом этаже сидят наши управленцы. И все вопросы, которые необходимы, нужно брать у них. Есть установленные бланки, установленные заявления. Их правительство определяет. И по этим установленным правилам нужно подавать эти документы. Заявление тоже в установленной форме. И бизнес-план установлен на форуме. Льгота кредит Телеверт Саудиста конкурс Магаска. Проект МРКСТ чисел Амаста Кагамалия Гаден льгота кредит Техицен Канене Федел Фонда. Козата Руинен Хестем Гаска Фицаградун Стекаун Хадзарада Райреста Федел Проекта. У нас были приоритетные направления, но мы в основном, у нас 70% проектов бывают по направлению сельского хозяйства. Мы, например, приветствуем перерабатывающий комплекс.
Экономику Рареста Министрада Кудбанусан Кутою Магаска Бизнес План Макома Хастер Цауль Гута и Кредита Архайда Растеджи Кредит Чирай Стауэ Маньезерда Цохам Афтиек Тарай Сенис Эмецас Бахарс Кензен Афтема Проценте Цохам Ферестей Фицен Водетте Федел Информации. Существует попечительский совет. И вот все вот эти проекты уже рассматривает попечительский совет. И состоит он из 7 членов. Туда входят представители, 2 представителя правительства, 2 парламента, 2 президента и 1 от общественных организаций. Мы рассматриваем все эти бизнес-проекты. Мы до этого предварительно выезжаем, смотрим на местах, у кого что есть, может ли он подтянуть этот проект, есть ли у него залог, залоговое обеспечение. Чесил Амаста, как Амалия Гадерай Рестен Льгуде, кредит Тераттен Нсанен Хица от Финансов Фересте Хицен Кене Дуэмин Эсте Самазай Фестеме. Кредит Левердер Цел Ртазме Эма Фунц Процентил. Эхсесседа Сомун кредит Райсенис Дуэ Кене Эрте Ауэнче Адима Гиме. Эхсесседа Сомэй Вэлэме Чи Сывудун кредит Нэхмэ Комэн Уадзой Сармагунд Исад. Амалия Кенеген Бари Сиул Фылдер кредит Эрте Милуан Сом Райсенен. Козатаруин Кудбанусан Коттау Мэгэске Матсаз Эхэстер Цэлзэн льготэ кредитэ дэттэн нудж дэрью этап. Бязарта стэла куц цэраул татта таксана информасун рауах дабун. Знавары пасюлэча дартэрдэр дэхкэнэнц царэн вэттэ. Уэйтэхэй кусы сармагун камис. Кот банавсы вэртуй автэмэ эвэхс рэстэджэ эстэс бинун тэ баудзэстэ нук фатэртэ хицэптэ. Знаура поселочи Фатир Таварана Федел Камиса Скундис Фентеса Деймаджа Мудунеста поселочи Алла Кабаза Кушете, депутата юриста прокуратуры Кушете, Камиса Вангтебера Кененса Салун Царенуэта Райса Мерада Чилеуэ, Мудунга Хеттете. После проверки жилищных условий рассматривался их пакет документов, которые они представили в жилищную комиссию. Большая часть их уже рассмотрена в жилищной комиссии. И в настоящее время проводится та же работа. Умей олдай маарастерцет кусе гонкортте береккен срады чиле уудуны царду аверте. Шавирдаты маратын хэстэмгэске камисы костанье фылдер нридегендер бакундерцет. После того, как мы уже рассмотрим всех заявителей, тех, которых мы здесь одобрим, значит, мы направим в кадастр, список направим в кадастровую службу, чтобы там уже дали нам информацию, имеются ли по республике у данных лиц и членов их семей жилье какое-либо, или состоят ли они там в очереди на получение жилья в городе или же в других районах. После того, как будет проведена данная работа, результаты жилищной комиссии, то есть имеется в виду все протоколы, все решения, будут представлены на рассмотрение коллегии администрации Знаурского района. Поселочи Царенвета Райсен Мерады Леу Садады и Магай Филдер Фала Нук Бираволадзе Гумбеста Хая Фатирте Левер Цевдзесте Рады Левджетай Эрместер Ахсез Бинунтен Инне Фатирте Та Поселочи Ленину Ингл Аварион Беста Хая Чицера Уце Бинунтен. Там 18 квартир, но там еще следует отметить, что у нас будут, скорее всего, будут такие, которые претендуют на улучшение жилищных условий, то есть у них есть социальное жилье, но уже им или квадратура не позволяет, или иные условия, и могут появиться также вторичное жилье, если в том случае, если мы улучшим жилищные условия той или иной семьи. Знаура поселок Чертеваладзе Гумбеста Хайна Ридеген Арест Фетис Церенуатун Камис Кудбану Санкутта Вомегеске Секвест Феудзесте Эббахс Рестеджи Амецарду Аверте Фехозер Кенина Кеменисте Водун Нук Фатир Терайстесте. Беазарте Стейла Гасит Арсен Татта Таксана Информацион Рауах Дабун. Владимир Путин Венджикерун Леккун Фесте Ренчен Белесте. Специалисты кодзаганц автаме водунен савидекте хускуттуй, эмэсэн тэсса годис афалдэхэнэй. Сабэнатэ сагдарцдэсте эндэртэм. Республика Исайрак Гурата Владимир Путин Уэнгэл Карума Фесте Балэста Санитару Нахдавайралы Кэнэнэ Кэстэта Ахасса Кэнэнц Харзара Стады Амакадыха Зарады Управлений Тэкушэта. Специалиста Кутбаны Санкотто Юма Гэска Гурата Территории Лбалэста Ралы Кэнэну Ада Синады Анаман Кавак Мадзал. Яны Санфэт Заграды Дару Анамон Саутай Бахизэн Ама Иса Дэл Зиян Ма Аруазэн. Сарун Балэстан Сунтай Саттэн Цагарэстамай Чисылдым Гэдэр Ама Мит Вазайдар. Всем известно, что несколько лет назад несколько деревьев
упали на проезжую часть, создало сильно аварийные ситуации и могло привести к несчастному случаю. Тогда мы обратились в администрацию города и сочли целесообразным сделать комиссию с привлечением специалистов лесного хозяйства Республики Южная Осетия. Комиссия работает уже несколько лет, работаем плодотворно. Обследовали все деревья по улице Путина и пришли к выводу, что данные деревья должны быть вырублены и на место их посажены новые саженцы. Балластаралы кәнені Фадыл Фандун рохасын розма барагырцавы балласты бидактацы овар ыстывый. Специалисты қудыма ғасқа балласты бидактан ыстыр зиандра кундавы дүвінгті харзар астады, амаса асфальсыз кәніні көсті та ықаст кәніні растаджым. Қады хазарады специалист чилақса тұқсар бек күдбон санкуттау мағасқа, осы көсті та ықастар савынс балласта боскорыны Фадыл Акт мағасқа. Мы обследовали каждое дерево, составили акт, степень повреждения корней. Там корневые пространства при укладке асфальта сильно были повреждены. Там где-то вынимается грунт на полметра, если не больше. И это самое, эти ели именно, у них расположение корней горизонтально земле. И вот когда их обрывают, они уже теряют устойчивость. И при сильном ветре они могут упасть на проезжую часть. И потом мы уже работники вот участка озеленения, они уже производят вырубку этих аварийных деревьев. И не то что вырубку, даже корни удаляют. Это тоже довольно-таки трудоемкая работа. Специалист Абонсон Кутой Заргагурат Баластаролы Канана Кустата Хаст Канана Фадыл Царжи Таров Дисенса Анарозы Динат. В аварии Пайдокангая Кадыхазарода специалист Арсид Царжи Там Самай Амборга Ахостров Дисуй Баластылы Канана Куттогма. Я хочу обратиться вот к населению города. Если у кого-то болит душа за эти деревья, не надо издалека фотографировать. Просто будь ко мне непосредственно подходят. Я им все представлю, почему вырубили. Отвечу за каждый. А вот так они, а то, не знаю, и вводят в заблуждение и других тоже. Баласталы канын ройды той отсавга азы карун сабынатты нырида гандар сағдар сыдысты авзист хос назые талата. Нысақ той валзы ықсардас ночи дарма фант канынс ыстас талайны садзын. Специалиста кутбонысан кутой умагаска авзист хос назые талатас хатсынс ансунтай амастыр ас сухтар. Гобустагунда кузей тазамат. Информацион рауақт абун. Оксав на республике Царагодам зарун нымод мегаска нысан кэнзысты нугос. Уй билета нумаенц серогдар берег бунел. Фанесоне кененц орехей. Я традиците тахеу джиотоксоне репортаж. Нафидалта нугоз нысан куттуй зарунд нумод магаска ямваре эртендасен бун. Асы берег бунанис яхи казник традиците. Афсинта куттуй ртхурунта, амунда гурчижита та куттуй цехчингулта. Абун унгдар рхатса уэцэ варны надзах гадын фене дунчи бадара уй удам ояг. Зарунд нугоз нысан канын традици басту дуэ календар магаска. Зарунд календар Юлианаг, аманук календар Григорианаг. Хусари ристун зарунд нугоз бира тавал дайдар та хистер карадам, ама قهوت سرجته نمانت اخشیاغ درل امه فنسان کننز و رخ درائی. زرود نوگاز نفده تا شازه کفتوی هوشی در شک نوگاز دامیر نو هفت تجوری چه برای که کسای بد ما آلا بیرون تندر قارب جیناد آلا بیرون تندر ننی جیناد آلا بیرون تندر صابر جیناد هاو دون از دار در نیشی خشان ما فقه سید کفته تا ما خرزی و تبیر است ما نیرستو نرات بد ننی جیناد سری بار جیناد اما افتاد دیدین افتاد یسوب برک بونون فنگل والدای بنا تاقسنس والی وقتا اما ارت خورون فتن سایر مستر بینون توانکتن ینوم نسان کن خور آرد کنه آرد خور قبول ارت خورون میدگی وفسیم با کتا زغر اخصا اما یوی آفتمه سفختم ستیادی خطوی بینون تسالاده ماجسته وال خایل اخصایو کمر خاک دو مورنن آدمگست که آفز درغن قلمه کاست خوزده راموند نماد سو زغگنو گاز فتساگ بون فتساگ وزاجک آخر با خسه آموند ناوت تا اناموند زیناد وزاق قومه و دایت نلگوی مگ ایول خوزدر تا افزونگ لب بوم ویر با خیز کسرل ایول خوزدر فندی اکتیمم جو تاکسانا گاسی تارسین دیلگان بانی ایر انفرماسون را وقت آبون آخم و دستون آبون خبرتم نرادو فیلم بلز میفیرم